Здравствуйте, я Илайда Михраб Топджу, студентка последнего курса кафедры биотехнологий университета имени Неджметдина Эрбакана. Наша кафедра входит в структуру факультета естественных наук. Факультет расположен в педагогическом кампусе имени Ахмета Келешоулу в центре Конии, поэтому добраться до него не составит труда. Биотехнология – это отрасль науки, которая во время пандемии, пережитой в последние годы, доказала необходимость собственного нахождения в первых рядах среди наук. Биотехнология в целом представляет собой методы и процессы, используемые для понимания и изменения функций клеток человека, растений и животных. Кроме того, ученые-биотехнологи добились больших успехов в медицинских вопросах и сыграли важную роль в лечении и диагностике заболеваний. На нашей кафедре, помимо базовых дисциплин, таких как химия, биология, микробиология, молекулярная биология, отраслевой анализ, промышленные биотехнологии, мы также можем выбрать факультативные предметы, которые будут нам интересны. На нашем факультете есть 3 студенческие лаборатории и множество исследований. Наши студенческие лаборатории оснащены всеми необходимыми приборами и позволяют студентам практиковаться. Наши стажировки проходят в течение 23 дней в летнем семестре после третьего курса. После окончания бакалавриата, благодаря полученному нами образованию и нашим личным усилиям, мы можем найти много возможностей для работы в частном секторе в областях биотехнологий, исследований и разработок, медицины, продовольствия, сельского хозяйства и здравоохранения. Я выбрала данную кафедру, поскольку меня интересовала самообновляющаяся и постоянно развивающаяся наука. Кроме того, я осознавала важность биотехнологий во всем мире. Использование биотехнологий в диагностике и лечении таких заболеваний, как рак, СПИД и в области трансплантации органов, которые являются одной из самых больших проблем здравоохранения в нашей стране, также стало причиной для меня выбрать эту кафедру. Тот факт, что университет имени Неджметдина Эрбакана является первым университетом, открывшим кафедру биотехнологий в нашей стране, собственной системой образования, выпустившую многих успешных студентов, является лишь одной из причин, по которым я выбрала данный вуз. В нашем университете есть огромный сад и обширная библиотека с разнообразными книгами по разным предметам. В вузе создана социально богатая среда, благодаря которой студенты могут участвовать в различных мероприятиях, и обособленная учебная зона. После окончания университета я хочу работать в лаборатории исследований и разработок в области биотехнологий в частном секторе и одновременно начать обучаться в магистратуре. Хотелось бы порекомендовать абитуриентам, которые думают выбрать университет имени Неджметдина Эрбакана и кафедру биотехнологий, прежде всего быть уверенными в том, что у них есть склонность к биологии и исследованиям. Если они заинтересованы, это то направление, на котором они будут учиться с удовольствием и смогут добиться успеха. Следует отметить, что они будут изучать физиологию и генетику микроорганизмов. Это разделы науки, которые нельзя недооценивать, и изучение которых требует больших усилий. Приняв это решение, вы можете быть уверены, что благодаря нашим уважаемым преподавателям вы получите достойное образование в университете имени Неджметдина Эрбакана. Желаю удачи всем абитуриентам на вступительных экзаменах. Университет имени Неджметдина Эрбакана – ваше будущее.